Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как идет подготовка к открытию выставки «Самарский бизнес от А до Я»? Какие возможности она предоставит местным предпринимателям и посетителям? И как вообще чувствует себя малый бизнес сегодня? Об этом мы поговорим. И в нашей студии заместитель руководителя Департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Алексей Коробков. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что из себя сегодня представляет местный бизнес самарский? Вот как его можно охарактеризовать? Какая ситуация? Самарский бизнес, в принципе, как и в прошлые годы, охарактеризовать двумя словами достаточно сложно, потому что он очень многопрофильный, очень, скажем так, широк, да, по своим направлениям. Но надо сказать, что особенность самарского бизнеса в том, что производственный сектор достаточно развит. Вот. Если говорить в целом про структуру малого бизнеса, то, конечно, первое место – это торговля, там чуть меньше 40%. Вот. Но такие, скажем, сектора реальной экономики, да, как принято говорить, как строительство и производство – это порядка 11-13%. То есть это вот тоже в тройке. Поэтому, ну, как я уже сказал, особенность, историческая особенность, то, что производство, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса, существует, чувствует себя достаточно неплохо, в том числе малый и средний бизнес производственный, он в тесной кооперации с крупными заводами работает, и вот, ну вот, вкратце так. Понятно, то есть экономическая ситуация такая вот непростая, никак не повлияла. То есть все стабильно. Я просто про структуру, да, сказал. То есть структура, она всегда была такая разноотраслевая. И в этом, кстати, большое преимущество нашего бизнеса, то, что он, да, в меньшей степени может быть подвержен вот таким вот ситуациям извне. Но, тем не менее, предприниматели, конечно, чувствуют на себе определенные трудности, да, времени нынешнего. Есть проблемы конкретные. Есть предприниматели, у кого, ну, достаточно там серьезно обострились. А какое направление больше всего пострадало? Конечно, производственники, опять же, да, потому что у производственников, ну, просто специфика деятельности такова, что, ну, достаточно зависимы они от заемных средств. Например, понятно, что ситуация с кредитованием для них осложнилась. Вот. У них, в принципе, все процессы, они, ну, скажем так, более долгие, да, и процесс, бизнес-процесс так устроен, что необходимо рассчитываться там сразу же с поставщиками, деньги там от потребителей не сразу приходят, и, конечно, вот они почувствовали, ну, достаточно существенно первыми. Вот, но, тем не менее, те компании, которые уже давно на рынке, то есть там компании малого и среднего бизнеса, которым уже по 20-25 лет, они, конечно, имеют определенные запасы, и они лучше адаптировались вот к современным условиям. А вообще, какие критерии для развития малого и среднего бизнеса являются самыми важными? Вот что должно быть в городе, в большом миллионнике, чтобы бизнес успешно развивался? С точки зрения городской администрации, да, вы имеете в виду? Ну, может быть, да. Ну, в принципе, для любого бизнеса, конечно, важно вот минимальные административные издержки, да, когда, допустим, время от задумки до реализации какого-то проекта, оно минимальное. То есть это получение всех необходимых там разрешений. Ну и вообще, когда работа с администрацией налажена таким образом, что, ну, практически ее не замечают, вот это, наверное, одно из основных условий, чтобы все было гладко, достаточно быстро. Вот. Ну и, естественно, для бизнеса это самое главное, чтобы, скажем так, у инициатора этого бизнес-проекта была серьезная мотивация не бросить это дело, была полная готовность вот, реализовать свою идею, довести ее до конца. Потому что вот, ну, мы сталкиваемся с людьми, которые только еще, скажем, задумывают, да, стать предпринимателями. Не все к этому готовы. Вот. И в этом смысле, наверное, самое главное – это вот правильный настрой. Настрой. А этому можно как-то научиться, вот этой теории, подготовиться теоретически? И вот опять же, вот, Кто в этом может помочь начинающим предпринимателям? У вас есть такая структура? Ну, понимаете, одно дело объяснить какие-то просто там азы ведения предпринимательской деятельности. Безусловно, мы этим занимаемся и по линии бизнес-инкубатора, да, вот у нас, просто напомню, в Самаре работает муниципальное предприятие «Самарский бизнес-инкубатор». Там, естественно, любой желающий человек может получить консультацию по правовым вопросам, по вопросам
бухгалтерским, по там, вопросам маркетинговым, вопросы, связанные, как открыть вообще юрлицо, да, там, как грамотно зарегистрироваться и так далее. Но, скажем так, обладание этими теоретическими знаниями – это не одно и то же, вот стать, там, скажем, предпринимателем. Понятно, что предпринимательство – это все-таки больше некая ментальность, это, скажем так, готовность конкретного человека, поэтому, ну, не открою Америку, если скажу, что, конечно, не каждый готов быть предпринимателем. Даже хочется сказать, нужно предпринимателем тогда нужно не учиться быть, а уже родиться с этим, с такими качествами. Ну, я думаю, что, в принципе, и научиться можно, но для этого, наверное, нужно желание, воля какая-то. Но это уже старая статистика, да, то, что там примерно 5% населения, в принципе, способно к предпринимательству. Да, эти цифры часто звучат. Готовится, сегодня департамент проводит подготовку к открытию выставки «Самарский бизнес от А до Я», вот такое название, которое, казалось бы, должно показать все, что у нас есть в бизнесе. Ну, как-то его представить, чтобы появилось у людей представление, что представляет из себя, опять же, самарский бизнес, да? Скажите, когда будет эта главная городская выставка, как ее называют, и в какой раз она вообще будет проходить в нашем городе? Ну, история уже достаточно богатая у нас, это 8-й раз. 8-й год будет проходить выставка «От А до Я». Будет она проходить традиционно на площади Куйбышева в последние дни лета, с 28 по 30 августа. Вообще изначально, да, цель этой выставки, когда еще мы ее задумывали 8 лет назад, это как раз, да, демонстрация потенциала малого-среднего бизнеса жителям города, да, потенциальным потребителям товаров и услуг этого самого малого-среднего бизнеса. Демонстрация, опять же, для органов государственной власти, местной, региональной. И в этом смысле выставка принципиально отличается, ну, от других выставок тем, что, во-первых, все-таки там в основном собраны именно производители, да, товаров или услуг. То есть это не просто посредники, это не просто компании, которые занимаются исключительно торговлей. Это те предприниматели, которые создают какой-то продукт. Материальный, нематериальный, это уже другой вопрос, но тем не менее они что-то, скажем так, что-то создают с нуля. Вот. И также особенностью выставки является то, что это параллельно торговая площадка, то есть это ярмарка, выставка-ярмарка. То поэтому... есть горожане туда могут смело идти за тем, чтобы купить какой-то понравившийся им товар. Тоже важно. Да. То есть вот когда первые выставки проходили, это была такая презентация некая, а сегодня уже такое практическое направление, применение. А еще что там можно? Вот чем эта выставка может привлечь не только предпринимателей и бизнесменов, но и горожан. Чем она им может быть интересна? Вот услуги там есть какие-то, которые можно вот не только приобрести товар, как мы привыкли уже, уже вот этих, мне кажется, уже товаров и всего уже можно, это развитая довольно сеть, а услуги? Есть там такое направление? Да, ну, тогда подробнее расскажу вообще о структуре самой выставки. То есть выставка будет состоять из нескольких тематических зон. Будет отдельно зона, где будут представлены продукты для, ну, скажем так, конечных потребителей, ну, как мы называем B2C, да, когда вот бизнес что-то производит для, ну, покупателей, для, скажем, обычных граждан. Будет отдельно зона, тоже на профессиональном языке B2B, когда там один бизнес будет предлагать что-то для другого бизнеса. Ну, то есть, например, оборудование какое-то или вот те же самые услуги консалтинговые, например, да. Допустим, просто как пример, юридическая какая-то компания может вот свои услуги предложить ну, какому-то предпринимателю, да, то есть забрать на себя полностью блок вот правовых вопросов, потому что в малом бизнесе такая практика, в общем-то, ну, существует. А для жителей города, пришедших на выставку, чем она будет интересна? Ну, во-первых, это очень такое красивое, праздничное, яркое мероприятие. То есть просто с точки зрения интересного проведения досуга. Потому что на центральной площади все будет очень красиво обставлено, будут шатры, будет отдельно творческая программа, будут выступать творческие коллективы. Будут проводиться мастер-классы по каким-то там творческим профессиям. Условно там рисование, там вязание, какое-то поварское искусство и так далее. Вот. Будут проводиться бизнес-тренинги, бизнес-семинары. Вот как я уже говорил, для людей, которые, ну, скажем так, может быть, думают или мечтают о том, чтобы стать предпринимателями, можно будет послушать интересные лекции, получить практические советы по ведению предпринимательской деятельности и так далее.
А если вот сегодня проанализировать все-таки прошлые выставки, вот что стало результатом их проведения? Вы к чему стремитесь? Потому что вот эффективность и результативность – это главное. Угу. Главное, кто, ну, к чему нужно, да, стремиться. Да, не просто вот показали, все пришли, посмотрели, для галочки, разошлись. Конечно. Да. Ну, во-первых, нам важно, чтобы малое и среднее сообщество сложилось, малого и среднего бизнеса. Да? То, что сами предприниматели знали, что происходит, угу, скажем так, ну, за пределами там их компании и так далее. То есть мы приветствуем, когда рождаются какие-то деловые связи на нашей выставке. То есть, допустим, там условно какие-то предприниматели находят для себя там поставщиков каких-то, угу, или там потребителей и так далее. То есть, грубо говоря, заключение каких-то конкретных сделок – это для нас результат. Какие-то конкретные договоренности, да, там… То есть, ну, практические вещи, когда вот заканчивается трехдневная выставка, но на этом вот эти связи, они сохраняются, да, и потом развиваются во что-то новое, может быть, какие-то совместные там бизнес-проекты. Естественно, мы, ну, после каждой выставки там для себя, для руководства готовим отчеты, да, и видим, у нас есть статистика за 8 лет, что вот как раз таких результативных вещей в виде, ну, просто конечных продаж на выставке, да, в виде каких-то договоров, их становится больше. Я просто в качестве примера приведу, что, допустим, ну, какие-то даже такие большие, скажем, товары, продукты, дорогостоящие на выставке тоже продаются. У нас там есть сектор, например, спецтехники, да, маломерные суда, лодки, катера, то есть есть сделки по ним, когда просто на площади там люди, ну, понравившуюся себе технику выбирают. Был пример вот в прошлом году, когда там был приобретен бассейн для... Достаточно такой крупногабаритный бассейн, ну, скажем, недешевый, да, был приобретен для, ну, там, видимо, коттеджа или дачи. Вот, поэтому... Не просто, да, действительно, предприниматели там потратили свое время, приехали там, непонятно зачем, показали там и так далее, но нет, они нашли потребителей, собственно, вот как раз для, в для этого. В этом интерес предпринимателей, которые в выставке принимают участие. Да, да, в вот том числе и в этом. Но еще также я хочу вот акцентировать внимание, что все-таки, поскольку администрация городского округа проводит это мероприятие, естественно, там будут первые лица города, там будет глава городского округа, администрации городского округа Самара. И поэтому можно будет продемонстрировать свою компанию, продемонстрировать свою продукцию, да, первым лицам. Если есть какие-то интересующие вопросы, там же их задать. Да, скорее всего, они пройдут, конечно, по... Естественно, да. У нас, да, всегда проход по экспозиции, поэтому, да, все это можно будет сделать. Да, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день осталось не так много времени. Уже сколько заявок есть? Угу. И какие направления будут представлены, опять же, вот, конкретно уже? Заявок много, мы ожидаем в этом году... А вы отбираете, или любой желающий может вот прийти и выставить? Нет, по большому счету подход самый демократичный, то есть, в принципе, любой желающий предприниматель действительно может заполнить несложную заявку и поучаствовать в этой выставке абсолютно бесплатно. Вот все расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, берет на себя администрация городского округа Самара. Предприниматель может получить в шатре до 4 квадратных метров выставочной площади под открытым небом, непосредственно на площади до 10 квадратных метров. Но это кому сколько нужно. Потому что одно дело катер, да, представить, другое дело просто там раздать какие-то свои буклеты, если там консалтингом занимаешься. Примерно ожидаем, как и в том году, да, порядка 200 участников, да, ну, может быть, их будет там немного больше, ну, просто потому что это, скажем так, это чтобы было комфортно на той площади, на которой мы планируем расположиться. Отрасли опять самые разные будут представлены, как я уже сказал, да, это производители спецтехники, это производители стройматериалов всевозможных, это производители мебели, это производители продуктов питания, компании, которые занимаются выездным обслуживанием каких-то праздничных мероприятий, вот, как я уже сказал, компании, которые, ну, не компании, вернее, да, то есть, а предприниматели, которые занимаются, ну, каким-то таким творческим, что ли, предпринимательством, да, танцевальные студии, рисование там и так далее. А что касается продукции, вот если мы говорим местный бизнес, самарский, то и продукция должна быть местная? Или как? Или там тоже будет продукция не местного производства? Нет, естественно, это одно как раз из основных условий.
то, что, во-первых, организация должна быть зарегистрирована на территории города, потому что все это проводится, естественно, в рамках поддержки местного товаропроизводителя. Да, ну вот вы сказали просто, что продали там бассейн, и что? Еще что-то? Это произвели именно естественно, наши? Естественно, да. Это тот бассейн, который производится конкретно в Самаре, да. Понятно. И люди этим занимаются уже достаточно давно. Более того, это там не просто, может быть, звучит так, достаточно обыденный и банальный бассейн. То есть там, скажем... конечно, свои технологии. Там свои технологии, да, достаточно инновационные, люди-авторы. Там специальное, в общем, покрытие. Я просто не буду, да, вдаваться в эти подробности, потому что, ну, не специалист, честно говоря. Но достаточно серьезные там технологии задействованы. Заявлено, что выставка будет интерактивной. А в чем ее интерактивность? Как это понимать, интерактивная выставка? Потому что любой человек, пришедший на эту выставку, он не будет просто пассивным участником, да, он сможет, получит возможность принять максимальное активное участие, вот, как я уже сказал, в семинарах, в мастер-классах, допустим, там танцевальные студии, да, будут устраивать мастер-классы, можно будет там же попробовать, ну, как-то в этом поучаствовать, выиграть, например, там, право на посещение на какое-то время, да, курсов танцевальной студии и так далее. То есть любой участник, он при своем, естественно, желании сможет максимально войти... Да, вы стремитесь максимально его вовлечь, да? Да, вовлечь вообще в само мероприятие, чтобы это действительно было, ну, как я уже сказал, да, заварилось вот это вот, ну, какая-то неформальная составляющая, да, чтобы сложилось сообщество. Да, а самое яркое ваше впечатление лично от прошлой выставки, допустим, вот что у вас осталось как яркий такой момент? Что было самое интересное, что запомнилось? Ну, яркий момент трудно выделить, потому что вот у меня ассоциация, что эта вот выставка, это всегда это какой-то праздник. Во-первых, всегда сопутствует хорошая погода, это, безусловно, накладывает, да, свой отпечаток. Это всегда очень красиво, ярко, выступают творческие коллективы. То есть просто такая расслабленная, непринужденная, приятная атмосфера. Вот. Но про продукцию говорить. Очень много вот именно такой, знаете, авторской продукции. Мебель, ковка. Я помню, производители оборудования таких небольших спортивных площадок. Вот там, знаете, там баскетбольные кольца, да, небольшие тоже площадки. Тоже очень актуально, да? Да, сегодня? То есть все очень интересно, все выглядит очень красиво. Там же можно, ну, грубо говоря, потрогать, да, попробовать что-либо. И поэтому у меня лично впечатление вот от общего этого действия. Понятно. Очень приятное. А направлена ли эта выставка на будущее? Не на то, что уже сегодня вот есть, а то, что еще можно там в ближайшем будущем спроектировать, сделать, и вот прямо уже, чтобы было на деле, уже это внедрено в жизнь, производство или там вот как-то. Ну, понятно. Наверное, все-таки специфика этой выставки немножко другая, да. Здесь речь идет о демонстрации именно уже имеющегося, да, имеющегося потенциала. Потому что есть же идея, если предприниматель, то и он не смог еще реализовать, нет средств, еще чего-то, возможностей, той же связи там с администрацией, которая необходима. Он может какие-то идеи? Нет, идеи, безусловно, они приветствуются, и он может высказать, да, и высказать конкретным людям, показать другим участникам выставки. Но это все-таки, как сказать, это не система какая-то, да, но в принципе такой... Возможно. Да, возможно, да? Вполне. Скажите, пожалуйста, все равно, как бы вот все это было красочно и так далее, есть у бизнеса проблемы. И вот вы несколько раз уже повторили слово «общность» для предпринимателей. И мне кажется, что это очень важно. Важно, чтобы у нас в городе была общность людей, чтобы горожане объединялись, чтобы чувствовали, что это наш родной прекрасный город и так далее. И предприниматели тоже должны быть объединены. Вот вам удается этих людей сплотить? Или бизнесмены, они настолько индивидуальные, у них вот, не зря же говорят, индивидуальные предприниматели, в этом тоже что-то есть, потому что он направлен на свое частное дело, на свой бизнес, и как бы вот это его территория, и он получает свою прибыль и так далее. Ему не важно там, кто что рядом делает и так далее. Вот вам... И что вы делаете для того, чтобы для такого вот коллективного сообщества, чтобы оно было у нас в городе? Вот именно предпринимательство, чтобы громко и ярко о себе заявляло и развивалось. Но вы правильно заметили, что все-таки предприниматели — это личности, да, как правило, многие из них такие индивидуалисты. Вот. Но тем не менее, много предпринимателей прекрасно понимают, насколько, во-первых, важно участвовать, что называется, да, в жизни класса, в социально каких-то значимых проектах. Многие, даже не сильно это афишируя, занимаются, скажем, абсолютно не коммерческими, да,
на 100% социальными проектами, ну, по разным мотивам, но это действительно так. Если говорить про сообщество, конечно, у нас есть и формальные, и неформальные сообщества. Ну, во-первых, при главе администрации городского округа Самара уже несколько лет действует Совет по развитию предпринимательства, куда входят и предприниматели, и представители всевозможных предпринимательских организаций, да, федерального уровня, в том числе, как «Деловая Россия», «Опора России» и так далее. У нас в каждом районе города есть советы по предпринимательству, где есть председатели. Кстати говоря, как раз председатели этих советов и входят вот в Большой совет общегородской. Вот. Но надо понимать, что, конечно, все это охватывает какую-то там незначительную часть, да, всего предпринимательства. Понятно, что есть предприниматели, которые, наверное, даже и не знают об этих структурах, да, об этих сообществах. И, конечно, в общем-то, наша задача проводить в том числе работу, да, по разъяснению, по информированию, во-первых, и, во-вторых, по донесению вот, ну, важности, необходимости участия в таких сообществах. Вот. Но, тем не менее, конечно, каждый предприниматель в конечном счете для себя решает сам, там, входить ему в какое-то сообщество, не входить. Понятно, что любое сообщество предпринимательское, оно имеет гораздо больше возможностей решать свои проблемы, в том числе частные, да, в том числе во взаимодействии с администрацией, чем какой, ну, отдельно взятый предприниматель по своим частным вопросам. Понятно. Вы сказали, что есть еще неформальное сообщество, а вы с ним как-то контактируете? И вот вы сказали неформальное, и сразу такое впечатление, что они вот критикуют, недовольны. Нет. И что-то такое требуют. И речь идет о том, что они просто каким-то образом формально, ну, не оформлены как какая-то организационная структура. Вот. То есть это просто сложившиеся, например, по отраслевому признаку. Ну, там, условно, да, сообщество производителей мебели, там, чтобы просто было понятно, о чем речь идет. Вот. То есть есть организационно оформленные структуры, есть неформально сложившиеся. Мы, естественно, открыты для всех. Мы стараемся, во-первых, всех знать, во-вторых, там, взаимодействовать по возможности, если, естественно, скажем так, есть потребность во взаимодействии с нами. Вот. И, в общем-то, для нас абсолютно нет никакой разницы, да, предприниматель, он состоит в каком-то сообществе, не состоит. То есть те формы поддержки, которые мы готовы оказывать и можем оказывать, они, естественно, распространяются на всех в этом смысле. Разницы понятно. Нет. А делаете ли вы ставку, вообще приглашаете ли участников из других городов? Или это вот действительно местный, самарский бизнес от А до Я? Вот, а из Тольятти там или... Сызрани и так далее, не будет ни участников, ни гостей. Получается, нет, так? В качестве, на это ставку вы не делаете? Ну, конечно, да. Еще раз акцент на местных предпринимателях. В принципе, выставка открыта. Да, в качестве гостей, конечно, могут абсолютно все приехать. И наши соседи, мы будем рады их видеть. Но, конечно, костяк — это самарские производители. Вот вы сказали, что... ну, пусть небольшая часть, но какая-то часть предпринимателей занимается социальным бизнесом. Мне кажется, это сегодня такая тема актуальная, потому что нет вот такой законной официальной поддержки, что ли, каких-то норм, которые всем понятны, прописаны. И люди или боятся, или не знают, и как-то не очень идут вот в это направление. А у нас вот в Самаре как вот социальный бизнес, кем и как представлен? Какая часть может быть? И какой у них интерес может быть у предпринимателей заниматься все-таки социально направленным бизнесом? Ну да, социальное предпринимательство — это вообще отдельная тема. Я больше говорил о том, что в принципе бизнес любой, независимо от того, чем он занимается, в какой отрасли он работает, он может вести социальный проект. То есть он может оказывать, там, я не знаю, какую-то шефскую помощь какой-то конкретной школе там, и так далее. Да, он может... помогать каким-то конкретным, там, условно, семьям, он может просто принимать активное участие в благоустройстве города. Вот об этом идет речь. И в этом смысле, конечно, много у нас таких предпринимателей. Вот, допустим, мы в рамках своей работы проводим такое большое мероприятие в конце года, где как раз-таки смысл это, да, то есть там есть ряд номинаций, именно каждая номинация, да, она отмечает социально активные предприятия, социально активных отдельных предпринимателей. И в общем-то, задача этого мероприятия как раз, во-первых, показать, что это есть, да, то есть, ну, чтобы люди получили, ну, что называется, награда нашла, да, героя, да, потому что люди, еще раз, они не всегда афишируют это. И, во-вторых, попытаться тиражировать опыт, как-то вот вовлечь тех предпринимателей, которые пока еще этим не занимаются, в это благое дело.
Но, конечно, мы понимаем, что бизнес – это все-таки прежде всего бизнес, и особенно сегодня, да, когда у них есть там какие-то свои проблемы, как я уже сказал, да, там проблемы, связанные с, с заемными средствами, проблемы, связанные с тем, что просто объективно упал платежеспособный спрос, и, ну, скажем так, обороты снизились у предпринимателей. Понятно, что в первую очередь их главная социальная задача – это сохранять те рабочие места, которые они дают. И сохранять на том же уровне те налоговые отчисления, которые они платят в бюджет всех уровнях. Вот, вот это, конечно, на сегодняшний день для них социальная задача номер один. И мы это прекрасно понимаем. Ну, хочется заглянуть вперед. Вот, все мы ждем чемпионат мира по футболу в 2018 году. Скажите, пожалуйста, какой бизнес будет развиваться, задействован в большей степени, и у кого будет шанс заработать даже. Вот кому нужно сегодня активизироваться и свой бизнес продвигать, развивать, улучшать и так далее. Потому что, наверное, все равно и поддержка будет оказываться и бизнесу в том числе, ну, чтобы все было у нас на уровне со стороны вот администрации в том числе. Ну, вы знаете, скажем так, перспективы развития самарского мало-среднего бизнеса я бы не увязывал вот так вот плотно там, с чемпионатом мира по футболу. Это, безусловно, масштабнейшее, знаковое событие для нашего региона, да, большая честь, что нам доверено, вот недавно стало известно 6 матчей, да, из них 2 матча высокой стадии плей-офф, и плюс сборная России здесь будет играть, это, конечно, большая радость и честь, вот, но тем не менее... То есть бизнесу не удастся подзаработать малому и среднему в это время? Разумеется, понятно, что чемпионат мира по футболу, да, благодаря этому город получит возможность подтянуться инфраструктурно, мы сейчас видим, что много проектов реализуется, самых разных, да, и, естественно, все это, ну, общий вклад в экономику, и с этой точки зрения, конечно, будет мультипликативный эффект, эффект для всего бизнеса, но вот так, что вот, скажем так, будет чемпионат мира и будет условно... Ну, то есть малый и средний бизнес, конечно, получит возможность от этого, но мы смотрим на это несколько шире, да, то есть в любом случае был бы чемпионат мира, не было бы чемпионата мира, не должно от этого зависеть, скажем так, развитие малого и среднего бизнеса в нашем городе. И в этом отношении это, конечно, дополнительная возможность, но не, скажем так, ну, не главная цель развития. Мне казалось, что гостиничный бизнес может иметь... Естественно, вот все это получит колоссальный импульс. Но вот если говорить, например, про гостиничный бизнес, мы в рамках цикла мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре», приуроченного вот в мае, мы праздновали День российского предпринимательства, проводили большое мероприятие как раз для поставщиков услуг, для гостиниц именно. И там говорили о том, что Самара – это, в общем-то, один из крупнейших городов России, очень активно развивающийся во всех отношениях, да, такой мощный деловой центр в рамках Поволжья, как минимум. И гостиница – это неотъемлемая часть любого современного экономически развитого центра. Поэтому, конечно, чемпионат мира – это мощный толчок к этому, но гостиничный бизнес, он в любом случае должен в таком городе, как Самара, развиваться. И, в общем-то, у нас, ну, скажем так, в этом отношении мы... на фоне, да, других городов-миллионников, ну, скажем так, в пятерке находимся. И, кстати говоря, я думаю, что в том числе по этой причине нам, опять же, да, было доверено такое количество матчей чемпионата мира. Потому что знаем, что, допустим, матчи плей-офф состоятся далеко не во всех городах из тех 11, которые, в принципе, примут чемпионат мира. Да, ну и гостиницы должны подтянуться как минимум, чтобы... 3 звезды было. Ну, не, естественно, это повод тем международным сетям, в том числе, которые еще в Самару не пришли. И, естественно, они теперь, скажем так, Самару, да, там в своем листе, наверное, как-то подвинут вперед. Ну, то будем ожидать изменений, качественных улучшений все-таки в сфере услуг. И у нас осталась буквально минутка. Я хотела, чтобы вы напомнили о более близком событии, о выставке «Самарский бизнес от А до Я». Когда оно состоится? Где пройдет? Еще раз для информации горожан. Да, еще раз. Выставка состоится на площади Куйбышева в период с 28 по 30 августа. Вход абсолютно свободный, бесплатный для всех гостей. Она будет идти, ну, с утра до вечера, что называется, да, в течение всего дня. Масса приятных сюрпризов для пришедших, отличное настроение.
Это, что называется, мы гарантируем. Ну, а для потенциальных участников, еще раз повторю, что не поздно пройти регистрацию, заполнить заявку. И сейчас тоже. И сейчас. Понятно. Скажу сайт. А телефон? Мы в течение всего эфира выводили телефон, поэтому информацию он получит из оргкомитета по этому телефону. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.